Всем привет! Хочу немного рассказать о том, как я делаю дорожки в лесу, чтобы по ним можно было спокойно ходить. За собой я прицепляю вот такой девайс. Вот. И после того, как я протащу его несколько раз, по дороге можно смело ходить. Вот, в начале сезона я сначала пару раз проезжаю на снегоходе, потом таскаю вот эту железную конструкцию за собой весь сезон. И моя дорога держится уже тогда, когда естественный снег сходит. На мой взгляд, очень удобная штука. Все, всем удачи, пока.